самая большая разница это именно в том, что спектакли в Европе долго не живут, а здесь они бывают живут 20-30-летиями. Соответственно, артист перерастает свою роль, врастает в свою роль. Бывает самое разное, то есть играл молодого человека, а теперь уже зрелый дядя играет себя, свое представление о том, каким он был молодым. Тонкая, филигранная и очень, на самом деле, интересная такая игра разума, которая участвует, в которой ты приглашаешь зрителя, который прекрасно тоже видит, что ты уже старый хрыч и играешь. И то есть эти спектакли, которые вот так вот растут и долго живут, это совершенно другой подход.